В общем-то, добрый день, добрый. Здрасте всем. Привет. Кукусики. Я сегодня еще ничего не снимал. Мы вышли по магазинам шопинг в Турции и Навальне. Мы вышли по магазинам. Московский банк почти. Ладно, шучу. Куда мы идем? Магазин. Ну, какой магазин? Ну, пойдем в US Polo, она хотела посмотреть куртку Ленка. Пойдем. А она просто хотела деньги тратить, ей еще не заразить. Она... А я вот взяла куртку на случай дождя и таскаю ее уже. Она сегодня 400 баксов поменяла, где мы ее купили, да? Покажи моих зайчиков. А где твои зайчики? О, боже. И нусики, как всегда, все не нравится, само собой, ну это разумеется. А вот это модно. Да? Вот это. А, рваная? Да. Это помнишь, я тебе показывал песню «Лоховская», мода «Лоховская»? Да. Это какой-то там украинский поет. Вот такие дела. Короче, зашел, линзы посмотрел. Мне нужно Лена, было. Ты посмотри, какие браслеты. Лена, такие вот, посмотри, вот такие вот, наручники. Вот, еще бы настоящих было бы, да? Да может быть, это ювелирка, может, настоящая, нет? Ну, может, это и настоящая, а вон кошка. А как, про, как проверять? Эй, Ваня, на витрине кошка трогает. Это золотая кошка, Лена. Линзы зашел, ребят, посмотрел. Короче, предлагают, где Игорь делал себе очки и заказывал. 1790 за 4 упаковки. Вот. В принципе, это очень хорошая цена. Получается... Артем, зайди еще, посмотри. Да не, вряд ли. За кулку, может быть, цена еще более приемлемая. Но они по акции не придут, чтобы за пачку. Я не уверен. Не уверен, зайди бы узнал. В Мави не хочешь зайти, Ленус? В Мави? Я думаю, что нет. Почему? Там ничего хорошего. А ёлка, ну, ну вот оно, напротив. Ну в Мави, что там? Там говно. Поставьте нам, пожалуйста, лайки, если вам не жалко. Им жалко. Хорошим людям же не должно быть жалко лайков. А раз им жалко, значит они плохие. Они меня любят, они мне поставят, да? И подпишутся. И на комментарии хорошие напишут. Только, да. Только мне. Разбудит. И можете не писать хороший комментарий. Бедная, да, сущность? Раиса Ивановна, сущность. А мне-то совсем другое как, говорила. Да, да. Сущность. Сущность, Лена, да. Сидите. А ты что? А там нормально же. Надеюсь, что они, блядь, это кондиционеров хочу. Мне вот уже не нравится. Ну это мы не здесь смотрели, мы вот там смотрели. А, это не она. А, не она. Она увидела в моем видео, короче. Эти. А где там она? Прямо иди. Ну вот ничего. И вот эту я показывал а тоже. Сколько она стоит? Цена вопроса. Там еще 20% скидка, наверное, будет. Так, 1739, вычитаем 350 лир. Где-то около 4000, наверное. Ничего, надо померить сейчас. Но она, видишь, она такая, как перламутровая. Раба. Она как перламутровая. А жилетку где-то вот здесь я смотрю, прям при входе же. Чего-то их нет, блин. Где-то здесь я смотрю. Ну, где-то вообще здесь. Ну, что-то нету. Может, поменяли уже? Где-то она должна же быть. Поищешь, сейчас найдешь. Ботинки. Короче, сумки. 30% скидка еще от цены. Но мне, естественно, не надо. В мужской, может, зайдем. Часы какие-то есть. Ну, те оранжевые, классно. Вот я Ленке помню. Ленка куртку уже меряет. А где же я находил эту жилетку-то? Ну, сейчас найдем. Ну, ничего так. Сидит хорошо. Нет, она и смотрится очень так недешево, знаешь. Ну, у нее, видите, у нее такая фактура еще. И она стеганая. Все-таки. Ну, такая, ничего. И знаешь, за свои деньги. Напрягает вот эта история. Воротник. А но он горло закрывает. Распахни, будет лучше. Блин, ты так не оставляй, пожалуйста, телефон, хотя бы убери в сумку. Ну я же под присмотром все у меня. А, ну. Нравится? Ну пока да.
А жилетки я не знаю, где я смотрю. Такие вельветовые костюмы. Ну, качество не всегда хорошее, вес пола. А жилетки не знаю. Ну вот это, да, наверное, вот это я показывал. Больше нет никаких. По крайней мере, я больше не вижу. Пуховички. Типа плащей такие, тоже стеганые. Меня просят цены, конечно, вам в рублях говорить, ребята, по возможности всегда перевожу в рубли. Видите, ткань какая. Как у меня рубашка есть. Вот эти классные, мне кажется, Ленкин стиль такой тоже. У нее такие есть, она к нам приезжала в Москве, когда с сыном встречались. Вот в таких, мне кажется, брюках она была. Ой. Ну да, типа такие у нее были. Наверное. Плюшевые такие. Люся, она тебе, знаешь, такого плана есть куртки? Нет, ну вообще у меня, я приехала, видела такая же, только бежевая. Ну вот для, ты же смотри, для климата не для турецкого. Для своего. Для своего, для московского климата. По рукавам хорошо, по длине хорошо, сидит, в принципе, хорошо. Ну я же, смотри, я же на свитер. Ты должна понимать цены в Москве тоже. Поэтому за фирменную хорошую, да, у нас она будет стоить 1.5. Тут скидка 70% получается. Короче, эту я беру. У нас такая будет 10 стоить. Мне еще вот это нравится. Мне тоже понравилось. У меня такой ткань тоже есть. И это бери. А что цвет мерцает на камере? Ну просто бликует. Падает так. Магазине, Лен, тут без скидок, скорее всего, 4600. 4600? 4600. Лира. В лирах, да. Это серьезно? Да. Это новая коллекция. Новая коллекция. Вы что, не стоили? Нет, вот так-то, конечно, ничего. Что за полукерденчик, блядь? Шкурятинка. Нет, это симпатично, но не за такие деньги. Ну, надо просто... Это новая коллекция. Надо смотреть, значит, что-то из этих. И старых. 15 тысяч рублей. Я вот это. Такой за эти деньги возьму. Ну, в принципе, да. Можно кожу. Спортивные всякие. Ты вот с этим пакетом... Тёмочка, а тебе нравится за 15 тысяч рублей такой пиджачок? Ну, нет, надо ждать скидок, когда будут. Это просто новая коллекция, весна уже. Нет, так-то да, ну я бы за 3 тысячи. Нет, ну за 3-4, да. Я, похоже, в Заре брал и тогда еще на пятак по акции. 4 года назад. Нет, нет. Вот эту вот белую стоит. Так, а где белая жилетка, которую ты показал? Я не нашел ее. Вот они все жилетки там висят, Лен. Да? Да, других я не нашел. Не нравится вельветовый? Нет, это женский. Да, да, хорошенький. Но я такого плана... У меня есть один. Кожаный. А сколько, интересно, такие стоят? Есть. Ой, они стоят... Сейчас скажу, что-то так, 750 вычитаем еще отсюда, где-то 600 лир, это меньше 2000 рублей они стоят. Да? Да. Вот. Меньше 2000 рублей. Может померить? Или не сейчас? Мы сейчас торопимся, нет? Инна? Ну, мы же прогуливаемся. Да, мы торопимся. Давай, а мой размер есть? Это 40. 40, мне 38 надо. Надо у них спрашивать. Они могут маломерить здесь, ты имею в виду. Но я вижу, что они мне... По поясу. Лена,
Смотри, вот какой дузенький носишь брючка. Ты Лёш, видишь? Такая белая. Как Ленка мерил, только белая. А помнишь, она в Москве-то сходила же? Это весна, холодное лето. Вот, сейчас еще. Лен. Мы можем в другой магазин зайти, там тоже может быть USPO. Вот такие типа. Нет, такие точно нет. Это качество другое. Ну, ткань просто другая, да. Maybe pink. Я только вот эту жилетку мог показать. Не очень тёплая. Да? А на видео было белое. Давай посмотрим. Так, 519 минус 100, 110, наверное, лир, получается 120 даже. Нет, 110 лир, да. Это выходит где-то 400 лир, 4 на 3, 1200 рублей где-то. Вот сейчас такую возьму еще. Симпатичная расцветка, да, или попугай? Ну, я не знаю, если тебе нравятся такие яркие, это уже дело твое. Сейчас подумаю. А что? Качество хорошее. Ну, тут они, да, неплохие. Ну да. Вот такие гидджилетки. Я вот эту да показывал стопудово. Оля, ботинки какие нравятся? Нет. Короче, одеваем Ленку. Эмочка. М. 44-46. С. Черные. Блузки. 46-й. Такие вот. Тоже они по скидкам, где-то 500 лир примерно, это 1500 рублей, вот такая вот будет стоить. Цвет не очень прям совсем, знаете, ну, в принципе, передается, он поярче чуть-чуть. Такой, знаете, кислотный немножечко оттенок. Кружев, ну, не кружевная, а такая классная, да, тоже. Так, я уже в мужской поднялся. Вдруг я тут себе какие-нибудь кроссовки найду. В принципе, из одежды мне особенно ничего не надо. А вот обувь мне нужна. 50%. Выглядят ничего, но они такие тяжеловатые за счет этой. Но они, кстати, под дождем не промокнут. За 3000 рублей. Я не знаю, это финиш цена или еще 20 есть у них. А, не, написано 50 только скидка. А 20, не знаю, нет, 50% написано. Значит, фиксированная цена. Есть темный цвет вот такой. Артем, сразу спрашивай, есть ли твой размер. Ну да, да, конечно. Тут такие легонькие. Светленькие, там яркие есть. Как вам? Яркие. Так, 43-й. И цена мне неизвестна на них. Угу. Сейчас узнаю. Тебе такие не нравятся? Ну, почему не нравятся? Нормально. Нормально. Синие есть тоже. Как кеды. 1750 лир. Ну вот это скорее всего натуральный замш. Так вот есть с ценником. 1500. 1450 даже я бы сказал. Они стоят 4500 рублей, да? Угу.
спортивную кофту я хотел посмотреть под эту. Под штаны свои синие, которые я здесь брал в прошлую поездку. Вот эта рубашка мне тогда понравилась. Она сейчас по скидке, кстати. 650 лир. А, еще 20% будет. Так, это где-то 1500 рублей, где-то, наверное, она выйдет. Она такая теплая, интересная. Надо рассмотреть. Нет, этих рубашек уже целую кучу. Вельветовые есть. Я не люблю вельветовые. Это вельветовые штаны. Угу, я в вельветовых штанах. Ну а чего ты делаешь? Белые в рубчике. Смотри, какие красивые. Ну это не вельвет. Ну такой рубчик, да. Я себе не представляю. А вот такие. Микровельвет. Ты смеешься? Почему? У меня, мне кажется, он не подойдет. Посмотри, какие добротные. В детстве у меня были. Ну вот этот цвет, да, еще нормальный такой. Такой микро-микровельвет. Ну да. Брюки можно было бы посмотреть. Музыка кругом. Нет, кроссовки мне пока ни одни не устроили. Брюки ничего, да? Куда-нибудь на выход такие, не на ежедневную. С красными полосками, помните, у меня такими? Я брал. Ну, я так присмотрю. А это есть что еще? Прийти-то я успею. Ты просто обзор делаешь? Ну, обзор. Себе что-то присматриваю, мало ли. У меня вот штаны есть вот такого вот цвета практически. Но у меня вот нет ветровки. Я бы купил ветровочку. Тоже тут брал US Polo. Мне бы идеально подошло. 835 лир вот этого шкурятинка стоит. Все, не оставляют они меня в покое. А тут, видите, размер только что-то один висит. А были с капюшонами. То ли их убрали, коллекция Finish, то ли я не знаю, куда это все делось. Штаны... Вот только видел же, может, куда перевесили. Шорт. А, нет, это джинсы, это не шорты. Ну-ка, а джинсы эти. Цена 1500 лир. Но они такие тяжеловатенькие. Я бы не сказал, что они легкие. Жилет, кстати, зеленый у меня тоже из US Polo. Белые кеды есть. Джинсы. Олимпийки. Угу. Так, а может здесь? А, ну вот, да. Что-то типа такого. Вот они. Что-то типа такого цвета надо. Вот с рыжим есть, было бы с красным, было бы вообще замечательно. 791 лира. Ну, полторы, две, три тысячи. Она будет стоить. US Polo. Ну, короче, есть что есть под мой цвет штанов. Вот эти сапоги мне нравятся. Классные. Интересно смотрится, да? Ну, какая у них цена, давайте посмотрим. 1924 лиры. Около 6000 рублей они будут стоить. Кроссовки. Ну, прям что-то кроссовки впали, ничего нет такого в душу, знаете. Ну чё, погнали? Погнали. Там тоже какие-то не такие вон кроссовки. Ну да.
Все, поперлись дальше. Обзор другого магазина мы обязательно вам тоже покажем, если куда пойдем. За этот обзор я с пола поставьте лайк. Это у нас получается зимняя-весенняя коллекция. Старые, новые. Девчонки он забирают эти свои манатки. Хотя нам лучше в ту сторону выйти. А чем мы в ту сторону выходим? Она туда. Ну да. Все. Бай-бай. Уходим. Сослыки. Подписочки, комментарии. Нравится ли вам ее из пола? Мы тут с Ленкой сидели, помнишь? Кстати, одно видео тут тогда вот у меня потерялось же. Я его смонтировал, на флешку перенес, памяти не хватало, а флешка заглючила. Ну что-то да. По воде начинается. Сейчас они будут мокнуть, а я посмотрю. Я увидела, что на меня попало. Спортивные. Нет, длины свежие есть. Ну, может, ненадолго. Мавике не нравится ли? А, не очень. Хотя там неплохое качество. Ну, типа нашего что, нью-йоркера или чуть получше? Мави, не. У нас Мави тоже в России представлен, он намного, ну, он дороже, чем тут, естественно. И тут он не дешевый. Да, нью-йоркер это, да. Ну, честное слово, там совсем качество плохое. Совсем ужасно. Девочки идут с сумкой. Нагрузились. Закупились. Вот дорогая фирма. Вот тут капец. Тут одна маечка стоит баксов 200. Да? Итальянская? Турецкая, мне кажется. Да? Тебе вайки не надо, нет? Нет, пока не надо. А куда мы выходим? От дождя куда-нибудь. Под крышу такая? Может быть. Пойдемте сядем где-нибудь. Пока!